Всем привет! Вы снова на канале продажи банкнот и монет. Сегодня мы рассмотрим территориальные владения Великобритании, заморские. Первый — это 1 фунт Гернси. Остров Гернси, 1991 год. 50 гривен за штуку в таком состоянии. Дальше остров Джерси, 1 фунт, 93 год. Около 100 гривен. Юбилейные, 800 лет острову Джерси, 2004 год, 1 фунт. Эту затрудняюсь оценивать. Возможно, столько же, что и предыдущая, на 50 гривен больше. 5 фунтов Джерси, 1989 год, 150-200 гривен. 1 фунт Джерси, 77 год. Тоже где-то 150-200 гривен. Остров Мэн. 50 новых пенсов. 72 год. Около 100 гривен. Десять шиллингов. 1961 год. Около 500 гривен. И еще одна красивая бона, последняя на сегодня. Заморские владения. Остров Святой Елены. 5 фунтов. 1981 год. 5 фунтов 1998 года, похоже, только в 81 было 3 подписи на банкноте, в 98 4. Стоимость такой боны 400-500 гривен. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!